Ребята, сегодня у нас новый челлендж. Да, всем привет, друзья. И сегодня на Аришкином канале новый челлендж. И какой? Успей за минуту. Успей за одну минуту. У нас будет 3 раунда. И 3 задания. И мы посмотрим, кто справится с заданием, получает 1 балл. Кто не справился, ничего не получает. Начинаем? Да. Ставь же паузу, а где же лайк? Где подписка? Давай, давай, канал включай, лайк нажимай. Давай поскорей, вместе будет веселей. Раунд первый. Выбираем задание. Кто первый выбирает? Я или ты? Я? Хорошо. Все, запутала задание. Я выбираю это. И у меня задание вырезать сердечки за одну минуту. Вот такие сердечки будем вырезать. Господи, сколько их много, ты не успеешь точно. Давай проверим. Давай. Мама, приготовься, я нажимаю старт. О, так поехали. Одна минута, 2 минуты. Нет, это 3 секунды. Подожди. Ну и что, как я их вырежу? Так. Одно сердечко готово, а второе? Сколько там времени? Сколько еще времени много, прошло? Много еще есть? Да. Сейчас, а если я их не сильно ровно вырезаю, ничего страшного? Надо ровно. 2, так. Ладно, поехали, 3. Это ну что? Сейчас в уголок отрезано. 4 вырезаю. Минуты, я спешу. 42, 43, 44. Нет. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. И 1 минута. Все. Я успела. Я половину, даже больше половину. Я вырезала 1, 2, 3, 4, 5. 5 сердечек, а было их всего 9. За минуту я не справилась, я балл не получаю. Вот такое у нас время. Так, Арина, теперь ты выбираешь одно из оставшихся 2 заданий. Давай, выбирай. Давай. Выбирай, какое хочешь. Вот это. Давай, открывай. Разрисуй рисунок лол. Справишься, как думаешь? Да. Вот такой у нас рисунок лол. Его нужно разрисовать. Арина, и предупреждаю, разрисовать и бантик, и волосы, платье, сапожки, туфельки, да. И, кстати, ребят, если вы, особенно девчонки, если вы знаете, что это за куколка лол, пишите в комментариях, да? Ну, это не оригиналка точно. Откуда ты знаешь? Похоже, взгляд. Взгляд. Ну, в общем, если вы знаете, как ее зовут, пишите, будем ждать. Итак, Арина, тебе рисунок. Давай, когда я скажу, внимание. Я же просто готовлю. Когда скажу старт. Итак, секундомер готов. Старт. Поехали. Арина, предупреждаю, минута быстро пролетает. Так, прошло уже 10 секунд. А ты что, одного цвета будет? Очень хитро. Придумано, юбка и кофта одного цвета. Арина, ты так не успеешь, не рисуй, глаза внутри. Арина, давай скорее, время. Арина, половина минуты осталось. А ты еще сапожки не нарисовала. И давай, быстрее, Арина. Скорее. 45, 46. Время идет, Арина. 10 секунд осталось. Это мало, очень мало. Арина, 53, 54, 5. Давай, скорее. Минус секунда. Все, стоп. Время вышло. Смотрим. Разве зеленые волосы бывают вообще у этих лол? Да, зеленые тоже бывают. Ну, в принципе, я смотрю, что Арина справилась. Ну, бантик немножко не успела дорисовать. Но, в принципе, балл защита. Поздравляю. Мама, это задание осталось для тебя. Слепить из пластилина цветочек за 1 минутку. Ну что, поехали. Давай, говори старт, я начну. Старт. Так, стебелечек. Ты уже 2 минуты потеряла. Да, 2 минуты, Арина. 5, 6. Нет, 7. Так не считай, меня сбивает это. Это будет стебелечек. Вот, а что вы неправильно делала. Так, лепесточки. Так. Что у меня по времени остается? Еще 19. Уже 20, 22. Ой, 20, так. 24, 25. 20. Не надо помогать, давай.
Надо справиться самой. А не забудем цветочком. Я уж как-то его слеплю. А вот время. Тихо, не падай. Арина, что там с временем у меня? Скажи, есть еще? 67. Как это 67? 51. Чем нужны эти лепесточки? Арина, время. Одна минута. Пластилин этот сильно мягкий. Вот такой цветочек у меня получился. Он, конечно... Так себе. Ну что, засчитывается у меня цветочек или нет? Засчитывается. У нас получается что, 1-1? Ничья? 1-1. Мне очень понравился челлендж. А вам? Пишите свои ответы в комментариях. Ну что, до скорых встреч. Пока. Пока.